Приветик, мои хорошие мальчики и девочки. Меня зовут Алена, для тех, кто первый раз зашел на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами второй частью своих пустых баночках. Получается, первую часть вы посмотрите, и здесь через пару дней посмотрите вторую часть. У меня вот такая вот, вот такой пакетик декоративки и уходовой косметики. Что закончилось? Давайте, наверное, начнем. Так, я немножко пошуршу. Что первое я вам покажу, это вот такую вот пудру от Avon. Это у нас была жидкая пудра. Вот так вот она выглядела. Здесь у нее, получается, была вот такая, был спонжик. Мне понравилось все про эту пудру. Я расскажу вам в проекте «Использовать и выбросить». Так, дальше. Дальше у меня закончилась такая вот увлажняющая маска. Это тоже от Avon. Это была маска-пленка, увлажняющая, алоэ хлопок. Я брала ее попробовать. Мне шибко она не понравилась. Я не видела просто от нее эффекта. И на этом я закончила. Не брала больше по полноразмерку. Так, дальше я добила вот такую вот тоналку от Lux. Что хочу сказать. Если, например, вот здесь наносишь и немножко попадает в ближе, чуть-чуть к глазам, глаза выедает по-страшному. И мне не понравился цвет, и не понравилось, как она лежит на коже. Получается, она сильно окисляется. Извините, за такие деньги, как она стоит полноразмерка, я не буду брать. Я лучше куплю какую-нибудь другую, но эту больше брать не буду. И расскажу вам о ней целиком, полностью в проекте. Так, дальше. Вот такой вот крем-суфле. Крем-суфле от Шоконат. Это... Да, это этот. Угу. Нет, это не это. Ну да, ультра-омоложение для любого типа кожи. Девочки, это мне был подарочек, когда я делала заказ, когда приходила косметика от Шоконат. Крем мне понравился. Понравилось действие на коже. Понравилось, как она действует. Кожа, знаете, такая мягкая, приятная. Так что, может быть, у меня сейчас там идет 33% скидки в Шоконате. Может быть, я даже закажу вот этот себе крем полноразмерку. Так, дальше. Дальше. У меня закончилась такая мицеллярная вода от Левраны. Я наверху оставлю ссылочку на эту, на обзор, когда я делала. Знаете, что я скажу? У меня их кончилось две. В них 100 миллилитров. Ой, что я скажу? Я не скажу, что я от нее в восторге. Потому что, например, у меня была мицеллярная вода от 100 рецептов красоты. Я была от нее в восторге. Она попадала мне в глаза, глаза не жгло. Макияж удаляла вообще на один раз. С этой мицелляркой приходилось немножко потрудиться. Из этого я не в восторге от этой мицелярной воды. Да, в ней все натуральные составы, все прям пишется. Снятие макияжа с глаз, с губ, с лица. Натуральный состав не щиплет кожу с маслом гранатовой косточки. Не знаю. Я ее не поняла. Больше брать не буду. Так, следующее, что я выкидываю, это вот такой вот бальзамчик от Faberlic. Я не знаю, какой у него артикул, у него ничего не осталось. Просто прошел срок годности. Выкидываю, расскажу все в проекте. Также у меня закончился такой вот тоник. Тоник это у нас для глубокой очистки, сокращения порки и блеска каждый день. Да, это от Avon тоник. Да, девчата, тоник обалденный. Мне понравилось, как он работает. Когда, например, у меня были высыпания, воспаления, знаете, умоешься, этим тоником начинаешь работать, обалденно. Во-первых, он не сильно щипит, как бывают некоторые, и от него прям кожа тоже такая прям ухоженная кожа. Этот я еще раз буду заказывать, когда только начну опять делать заказы. Так, от Avon. Также у меня закончился такой пробник, когда он мне шел в подарок. Это лосьон для тела, розовый букет и кашемир. Запах у него бомбический. Я, знаете, вот я его взяла только за запах.
Я бы не сказала, что мне понравился он в действии. Да, он хороший, кожу он не сушит, но запах у него прям бомба. Может быть, да, я возьму полноразмерку, попробую, потому что я была от него в восторге. Мне понравился он. Мне понравился, когда ты выходишь с душа, и от тебя пахнет приятно, таким, знаете, парфюмерией. Хорошенький. Так, что у меня закончился? Вот такой вот карандаш Триколор от Эйвон. Добила я его все до конца. Да, этот карандаш мне понравился. Я от него в восторге. Как он вообще прям хороший. Мне нравился. Мне, во-первых, понравился цвет. Мне понравилось, как он работает на губах. Буду заказывать еще. Так, также от Эйвон у меня закончился вот такой вот кремушек, кремушек. Это у нас увлажняющий крем для ног с витамином Е, с ароматом апельсина и корицы. Вот тут есть и апельсин, и корица. И запах бомбический. Ну, например, для ног этот крем, если у вас вот лето, если у вас такие, знаете, не сильно гладкие пяточки, то тогда этот крем вам не подойдет. У меня любимый пользовался ими как крем для рук. Вот крем для рук самое то. Особенно, когда ты работаешь в земле, поработаешь с ремонтом, пыль, вот это все, помыл руки, кремом тебе намазал. Ручки будут мягкие, как попка младенца. Вот этот крем я буду брать еще, потому что, во-первых, запах и действие. Да, для ног он не подходит, но для рук самое то. Так, дальше у меня закончилась такая вот маска. Маска кулижир, маска альгинатная. Я не в восторге от этой маски, хотя я альгинатные маски люблю. Эта маска, во-первых, она... Вот когда делаешь альгинатную маску, жена, когда вот ее наносишь, потом полностью снимаешь. Это же начинает прям сохнуть. Даже вот по времени, вот сидишь по времени, она прям сохнет. Ты потом пытаешься отодрать маску. Я от этой маски больше не возьму ее. Я просто взяла попробовать, но больше не буду брать. Дальше у меня закончился такой вот крем для рук, для сухой, очень сухой кожи. Запах у него сладенький, но вы знаете, его хорошо брать в сумочку куда-нибудь бросить. Хорошенький, но не более того. Также у меня закончился крем для рук. Роскошное обновление с экстрактом черной икры. Крем Планет Спа. Вот этот крем, я повторю, этот крем обалденный. Что-то у меня мокрый. Значит, там протекло у меня. Этот крем обалденный. Девчата, попробуйте, не пожалеете. Во-первых, он маленький объем. Во-вторых, он руки прям делает вообще мягкие-мягкие. Я им пользовалась, была от него в восторге. В полном восторге. В нем у нас 30 миллилитров. Попробуйте. Обалденный. Так. Дальше у меня закончился такой вот смягчающий крем-компрессор для ног. Это от Faberlic. Артикул у него 1696. Вот такой вот крем. Он, знаете, такой был. Я не скажу, что он хороший крем, но он такой средненький. Но брать я больше его не буду. Так, также у меня закончилась такая вот Планет Спа, Сокровища пустыни. Так, у меня еще будут посторонние звуки. Поднялся на улице ветер, а у меня открыто окно. Вот такая вот масочка. У нее очень хорошее, много вот этой эссенции внутри. И знаете, что мне нравится вот в этих масках, именно в Планет Спа? Надо было бы мне побольше их брать, что-то я не знаю, я что-то все время перестала брать. Во-первых, у нее очень хорошая лекала. Сейчас я выровняю его. Вот, у нее очень хорошая лекала в этой маске. Она обалденная. После этой маски, он даже сейчас до сих пор, вот, после этой маски очень хороший эффект. Вот получается, у меня их было 4, что ли. Вот. Не могу достать их. Смотрю руки. Эта маска обалденная.
Я от нее в восторге. Это получается у нас так, сокровище пустыни, тканевая маска для лица. Восстановление. Да, она хорошо восстанавливает кожу. Девчата, попробуйте. Вы не пожалеете. О, открыла. Я хочу убрать маску, выкинуть, чтобы сразу же, ну, чтобы ничего не болталось здесь. Так что, девчата, маска хорошая, очень много эссенции, и маска действует. Так, что еще? А, вот такая вот гель-маска, молочный шоколад, тоже от Шоконата у меня был подарочек. Девчата, вот эта маска, ее на лицо наносишь, и она такая пощипывающий эффект, и вот так пахнет вкусно шоколадом, как будто бы я на лицо намазала себе шоколад. Я была от нее в восторге. Я ходила дома и говорила: любимый, попробуй, смотри, как вкусно. И мне все охота была съесть. У нее был хороший эффект, она что она сделает? Омоложение, повышает тонус, упругость кожи, лица и тела. Обалденная маска, надо попробовать такую взять полноразмерку. Кожа такая, кожа говорит спасибо после этой маски. Так, также у меня закончился такой вот Avon True Color, тональный крем от Avon. Расскажу все о нем в пустых баночках, в проекте «Использовать и выбросить». Мне понравился этот крем тональный. Он стоит своих денег, и он хорошо сидит на лице. Так, дальше у меня закончатся такие вот туалетная вода. Это у нас Velvet Amber. Девчата, запах классный. На лето, на весну запах самое то. Вообще прям бомбический. Сначала, знаете, я как-то его не поняла. И мне казалось, что этот аромат какой-то, он такой, знаете, Потом начала им пользоваться, и он мне просто понравился. Он был обалденный. Так что кончился. Также у меня закончился вот такой вот тоник от Леврана. Это у нас тоник для лица. Тип кожи нормальный, тоже с натуральные составы, не тестируется на животных, он получается... Вот, тоник хороший. Вот если, например, вот мицеллярная вода мне не понравилась, то тоник от него, знаете, когда начинаешь, чтобы умылся и тоник нанес, такое, значит, охлаждение, хороший. Вот он стоит своих денег, и я могу сказать, что тоник вообще обалденный. Особенно на лето, знаете, когда вот жарко, ты делаешь макияж или там умываешься. Вообще прям супер. Вот если буду заказывать, его закажу еще раз. Так, также от Planet Spa, сияющий золото. У меня закончилась... Оп! У меня закончилась такая вот масочка. Это была маска-пленка. Ой, там чуть-чуть есть, оказывается. Она, знаете, такая золотистая. На лице она так, она хорошо снимается, она вот получается, она у нас, что у нас делает она у нас? Я не знаю, что она делает, но после нее кожа такая, знаете, когда снимаешь, такая розовенькая, как у ребенка маленького. У меня такая в запасе, еще одна, вот я одну добила, еще одна есть. Вообще маска классная, девчата, заказывайте, не пожалеете. И последнее, что у меня закончилось, это моя любовь. Это Фаберлика. Я заказывала такую помаду. Давно она у меня уже. Артикул у нее 46-40. Цвет у нее обалденный. Девчата, обалденный цвет. Вот он. Вот обалденный цвет. Но его... Есть только кисточка как-то доставать. Ну, я до сих пор, знаете, там порой попытаюсь там что-нибудь накрасить, ей это бывает. Короче, я поверх красной помады им порой делаю, и мне нравится эффект. Буду, как только зарегистрируюсь в Фаберлике, заново закажу эту помаду сразу же. Может, даже сразу две штуки закажу. Во-первых, у нее хорошая текстура. У нее приятный запах. Она долго держится на губах. Если чисто ей красить, то она долго держится на губах, и она не стирается, она не съедается. Девчата, закажите, не пожалеете. Все,
На этом у меня закончились мои пустышки декоративной косметики. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Поделитесь тем, чем пользуетесь вы. Может быть, я что-то возьму себе на заметку. Если вам что-то понравилось, скажите, что вам понравилось из моего списка. Так что всех целую. Всем пока-пока!